Всем привет, с вами Джага, и мы продолжаем играть в Remember Me. И вот наша главная героиня наконец-то добыла информацию о Джонни Зеленозуба. При этом поезд метро перевернулся, и нам теперь как-то надо выбираться из вот такой ситуации. Идем потихоньку. Так, что-то горит. Я не знаю, как может гореть электрический поезд, но, наверное, может. Тут же сразу у нас есть Скорожук, который номер 8. 8 из 10, и мы их все 8 вроде бы нашли. Просто выход через какой-то... Ой. Вот что нам не повредит, это подлечиться. Выход через какой-то служебный туннель. Это что за тварь была? Наверное, какая-то новая мутация. Может, какая-то... разновидность лепаря. Его разум — это кипящее море ненависти и страданий. Уходи скорее из метро, там кто только не обитает. Кто там только не обитает? Черепашки-ниндзя, например. Не знаю, крокодилы. А вот, кстати, еще одна памятка. Возможно, это пятая памятка. Где-то еще шестая будет. Да, еще будет шестая. Все, ну это... Стоп, я что-то не понял. Это мы оттуда уходим или... Нам, да, нам как раз сюда вниз. Вероятно, выход где-то здесь внизу. Кто ж так не любит этих роботов? Так, что тут? Никого нет вроде. Нету и ладно. Оу-оу-оу. Паркур. Вот, наверное, туда нам к выходу. А возможно и нет. Оу-оу-оу-оу. А, это те самые гробики, которые... В которых, вернее, отбросы свои... Меморайз скидывает в реку. Их тут ого-го сколько. Ну, вероятно, столько же тут лепарей. Так, о, я вижу жука. Жук. Не, не достает жука. Как же его? Это где-то ближе подобраться надо. Вот отсюда, наверное. Что он в цель не берется? Вот. Девятый жук. В вагоне метро. И теперь нам куда идти? Ну, наверное, тут тупик. 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 Значит, сюда все-таки. Да, не все тут выжившие. Ворота. Использовать. Обаньки. Гопники. Ну да. Так, что делаем? Делаем ярость. Чё ждать? Сразу мочить, как получится сильнее. Да. Что-то ярость как-то мимо прошла. Эу, а чё не стреляет? Стреляй. Хватает нам на флут? Должно хватить. Ну и пока флут. Кто у нас остался-то? Ага, ему флут особо сильно не страшен. Вроде все. Нейшн. Окей. Точно тут ничего нету. Жуков всяких там, не знаю.
Это ж надо каждую мелкую деталь прорисовали. Вот, ну, никто ж не ходит, не рассматривает, какая тут вывеска или там, я не знаю, какие окна, фасад здания. Но они есть. Ребята молодцы. Ну, в смысле, дизайнеры игры хорошо постарались. Так, и... Оцени безумие нашего поколения. Здесь когда-то жили многие семьи. Правительство выселило их, чтобы построить плотину Сан-Мишель и изолировать Бастилию. А, вероятно, это мы сейчас в как бы затопленной части... Ну, то, что было затопленной частью при закрытой плотине. То есть это дно водохранилища. Ой, какой-то кубик светится. Ладно, нам сюда. И тут мы увидим что? Мнемофон, то есть... Ага, это воспоминания Джонни Мнемоника. Этого Мнемоника. Ты слышал? Слышал это, а? Да успокойся, ты дергаешься, как кот дран. Это наша последняя смена. Потом эту помойку просто снесут. Так-с. Какой столб интересный. Ну, я думаю, тут не будет охранников. Еще мнемофон. Легендарный обитатель трущоб. Ой, а тут мины есть. И, собственно, вот лежит одна еще памятка, последняя, шестая. Так, как-то надо так поаккуратнее. Ой-ой-ой-ой. Ага, и нам показывает, что тут есть где-то еще секрет. И я точно уверен, что где-то еще тут есть один скорожук. Секрет, если честно, мне в жизни найти, если не знаешь, где он. Вот поди догадайся, что тут можно повернуться и перепрыгнуть на другую сторону. Никогда не догадаешься. И тут лежит, соответственно, сад-пластырь. Четвертый, 4 из 5, то есть он у нас пятый считается на уровне, потому что первый у нас там ушел на 1 хп, на 1 пункт здоровья. Тут, в общем-то, тупик. Отсюда мы можем только вернуться опять же к этому месту, где откуда выпрыгнули к секрету. И... Нилин, здесь жили люди. Изгои и неудачники, им пришлось переехать подальше от новой Бастилии. Уточнение цели. Найти вход в Бастилию. Конечно, найдем. У нас же теперь воспоминания Джонни. Так, и, очевидно, последний жук. Вот он. Что, не достает? Ну, что не так? Почему он красный? Ага. Оказывается, спамер очень далеко не действует. Все, это был 10-й жук вроде. То есть мы сейчас у входа в Бастилию. Что из этого Бастилия? Вон, наверное, стена, и за ней как раз есть эта Бастилия. А возможно, это стена плотины. И что только вниз у нас путь. Что это за столб такой интересный? Тоже какая-нибудь памятка архитектуры. Парижская. Оу-оу-оу. Ну как-то так. Ох-ох-ох-онюшки. Так, что у нас тут? Мнемофон. Опасно. Минное поле. Минное поле. Отлично, Нилин. Еще сотня падений, и ты на месте. Думаю, еще сотня падений, и будет какая-нибудь ачивка. Так, куда нам идти? Идти за Джонни. Запоминать, где мины. Оп-оп-оп-оп. Вроде бы тут. Вроде бы здесь нету. Оп. Теперь сюда. И где? Следующий мнемофон как раз тут. Не люблю я минные поля, особенно если мин не видно. Ого.
Хух. И еще раз мнемофон. Угу, надо синхронизироваться успеть. Отлично. И теперь просто отключить мины. Ну, другое дело. Все, теперь тут можно ходить и бегать. Крышка люка. Вот, наверное, туда нам и надо, чтобы попасть в Бастилию. Вероятно, это будет вход через канализацию. Ничего я не упустил ли тут? Я знаю, что не упустил. Просто тяну время. На самом деле тут вот что. Тут нас встречает охранник Зорн. Это робот. Похожий как раз нас преследовал в прологе. Ну, этот посерьезнее будет. Гражданин, вы подлежите аресту по процедуре Сигма-8. Сдавайтесь немедленно. Конечно, да. Мы будем против робота действовать только спамеры. Согласен. Ух ты. Как у него хорошо получая. Отпрыгивай. Да. Так, что нам делать? Нам нужно расстрелять ему руку. Теперь увернуться от прыжка. Он как бы бьет нас. Рука попадает в землю. Мы должны ее тут отломать ему. Добить. То же самое приблизительно со второй рукой. Да-да. Куда ты вбежал-то такое? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну... Господи. Да что ж это делается-то? Да-да-да, кричи-кричи, робот. Отлично, теперь нам надо увернуться от его прыжка. А ведь фигушки. Да что ж такое? Чего ж ты не наводишься на него? Добивай. Угу. Прекрасно. Ну, бегай, прыгай, что-то делай. Ёлки-палки, надо было ногу нажать. Все, я пропустил ачивку. Ну да. Ну, так все хорошо начиналось. Найти вход в Бастилию. Ладно, знаете что? Попробуем загрузить последнюю контрольную точку. Мне все-таки хочется этого робота победить за менее чем 2 минуты. Если, конечно... все, поздно. Ну, ладно. Тогда я эту ачивку сделаю как-нибудь потом. Жалко, конечно. Может, сейчас попробую на какой-нибудь другой записи это сделать. Ну, тогда все. Идем в Бастилию. Вход в Бастилию через канализацию. А до этого она, значит, там, где метро с канализацией, нормально все было. Там, где биологические отходы, вообще все прекрасно было. Тут, понимаешь, канализация, так все.
Получается все. Уровень закончен. Да. Ну что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джага. До новых встреч. Всем пока.